бабушка говорит, чтобы дома был мир и покой, держите в нем еловые веточки. Помните, нельзя носить нелюбимые вещи. Из-за этого ваша жизнь может складываться не так, как вы хотите. Бабушка говорит, что даже если кольцо потерялось, его нужно заменить на новое, иначе это может привести пару к разлуке. Помните, хранить в доме поломанный нож – плохая примета. Ваша личная жизнь может не сложиться. Бабушка говорит, что нельзя на работу с распущенными волосами устраиваться. Из-за этого разные неприятности случиться могут. Бабушка говорит, что если отец жене не верен, то и у дочери ее муж неверный может быть. Это старая примета. Есть такая примета. Если муж и жена вместе не завтракают, союз их недолгим и бесплодным будет. Бабушка говорит, что если в доме хлеб быстро плесенью покрывается, это значит, супруги друг другу не верны. Это старая проверенная примета. Бабушка говорит, если мужчина девушке игрушки дарит, значит, влюблен в нее. Это верная примета. Бабушка говорит, что если беременная женщина кого-то проклянет и не простит, то 7 лет человека беды преследовать будут. Это верная примета.